Знаете ли вы, как сравнить стоимость кровли из андулина с конкурентами? Крыша моего гаража 64 квадратных метра. Давайте вместе посчитаем и сравним стоимость крыши, покрытой андулином, с ценой металлочерепицы. Здравствуйте, с вами я, Игорь. Когда я решил перекрыть крышу своего гаража, я колебался. Что выбрать, андулин или металлочерепицу? Тогда я связался с миром кровли и попросил сделать расчет стоимости всех необходимых материалов для крыши моего гаража по андулину и по металлочерепице. Через пару дней я получил следующие результаты. На андулин я потрачу на 2839 рублей меньше, чем на покупку металлочерепицы. Конек для крыши из андулина стоит дороже, так как их понадобится 8 штук, а коньков из металлочерепицы понадобится всего 4. Но разница в цене всего 788 рублей. Торцевые планки у андулина дороже на 720 рублей, карнизные планки на 936 рублей, яндова всего на 6 рублей. Крышу из металлочерепицы я сам не смонтирую, придется нанимать профессионалов, платить за доставку. Я узнал, что за возведение моей крыши кровельщики возьмут ровно такую же сумму, сколько стоит и материал – 26 тысяч рублей. И доставка обойдется в 2500 рублей. А крышу из андулина я смонтирую сам за 2-3 дня и сэкономлю деньги на рабочих и на доставке. Листы андулина легко поместятся в мою машину. Крыша из андулина обойдется мне на 28,5 тысяч рублей дешевле, чем из металлочерепицы. Плюс на андулин у меня будет гарантия 15 лет, и в дождливую погоду не будет шума. С вами был Игорь. До встречи!